Предав Господа, Иуда разве не раскаялся, когда бросил деньги, сказав, предал я кровь невинную? Разве не так же плакал Петр? В чем разница их покаяния? Разница в том, что Иуда отчаялся, как вы помните. Раскаялся и с отчаяния удавился. А отчаяние чем является? Признаком чего? Попробуй вам изъяснить. Знаете почему? Как же это я мог такое сделать? Вы слышите? Как это я мог такое сделать? А Петр понял, да, вот какой я, оказывается. Вот кто я есть. Петр смирился, а Иуда отчаялся. То есть не победил свою гордыню. Вот как одна страсть порождает другую. Страсть вот этого сребролюбия, алчность. Это признак гордости, когда человек приходит в отчаяние. Вы слышите? Так вот, что и произошло. Слово-то там употребляется, одно слово, раскаялся. Но вы же понимаете, что часто за одним и тем же словом могут стоять очень различные содержания. Ну, всем же это ясно. Так и здесь употреблено то слово такое. Он бросил деньги. Вот, предал я кровь неповинную. Кто же я? Как это я мог сделать такое? Здесь святые отцы говорят, что здесь это было явное проявление у него гордыни. Если бы не было гордыни, он бы не покончил жизнь самоубийством, а он бы раскаялся пред Богом и увидел, вот какой я, Господи, прости меня, я действительно червь, а не человек, как говорил пророк Давид. Вот Петр смог смириться и раскаялся, а он нет. Смирение и гордыня. Внешние поступки – одно, внутри сердца, видите ли, другое. Вот так, в этом причина.